Они ведут детей к успехам, город их за это благодарит. За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности 200 педагогов получили гранты правительства Москвы в сфере образования. Почетные награды вручали в корпоративном университете. Вы лучшие из лучших, самые талантливые, самые креативные, самые результативные сотрудники в системе московского образования. Мы вас поздравляем, все аплодисменты сегодня для вас. Лучших из лучших отбирали из 683 кандидатов. Это учителя школ, преподаватели колледжей, педагоги дополнительного образования, преподаватели и научные сотрудники вузов. Мы вкладываем душу в свою работу, прививаем любовь к профессии, к нашей, чтобы как бы наши студенты загорались, горели. На собственном примере рассказываем, как начинали мы, как продвигались и чего достигли. Не столько обучать ребят, сколько показывать, что есть возможности и как эти возможности можно попробовать реализовать. А ребята уже сами, в силу своей фантазии, интереса, какого-то опыта, они уже начинают дальше развиваться. Передовики системы образования. Они готовят призеров, победителей чемпионатов профессионального мастерства, всероссийских и международных олимпиад, внедряют новые методики. Их ученики показывают высокие результаты на экзаменах. Очень люблю свою работу и никогда не останавливаюсь на достигнутом. У нас были очень интересные проекты. Мы занимали первые места на национальных чемпионатах, на чемпионатах города Москвы. Ну, я думаю, что какой-то вклад мы внесли, какую-то свою частичку я внесла в московское образование. Стараюсь быть для своих учеников не только наставником, да, то есть, но и где-то другом. То есть я пытаюсь понять ребенка, что ему нужно действительно. Быть первым значит быть примером. Неравнодушные и увлеченные педагоги ведут за собой своих воспитанников и выводят систему образования Москвы на новый уровень.